punto de estudio. Пикник на перевале. Купили местный сэндвич. Все из местных продуктов. Хлеб, сыр, все очень большое. Приближается историческая почтовая карета. Раньше через Готарце люди перебирались с помощью вот такого вида транспорта. Первый раз я это вижу так близко. Может быть, когда-то видела из машины. Не знаю точно. Уникальный случай, уникальная возможность нам с вами вместе понаблюдать этот традиционный проезд. О, 5 лошадей тянут. Ну, конечно, когда в гору, очень тяжело. Это 40-й год, как Швейцария готовилась защищаться. Идем в музей, который находится, похоже, в бывшем военном туннеле или подземном городе. Для развлечения туристов в подземной военной крепости представлены несколько экспозиций. Одна из них перед нами – машина, сделанная по принципу церковного триптиха. Она перелистывает изображения древней легенды о строительстве моста через самое прекрасное и необыкновенное ущелье Швейцарии – Шолинен. Жители горных деревень пытались построить мост через ущелье, это им не удавалось, и они пришли к соглашению с чертом, обещавшим построить мост за одну ночь. За это он требовал душу первого, кто пересечет мост. Жители схитрили и пустили по мосту козла. Черт был страшно зол, но разрушить мост ему не удалось. И мы до сих пор имеем это счастье и удовольствие прогуляться по мосту через ущелье Шолинен. Выглядит военный город в горах в швейцарских Альпах, многоэтажный. Весь музей представлен вот этой моделью. Это был вход, вот здесь мы прошли. Там различные помещения для бывших военных. Вот как-то все коридоры. А вот это длинный коридор, это подземное метро. К этому подземному метро мы отправимся в старую крепость. И это все коридоры старой крепости. В 20-х годах прошлого века Швейцария впервые в мире построила
или создала электрический локомотив. Имя этого локомотива – крокодил. Четки из горного хрусталя. Крест из горного хрусталя 17 века. Май год. Такие огромные кристаллы вижу впервые. Видите, какие огромные эти кристаллы по сравнению с человеком. Если человек идет, то видно величина этого горного хрусталя. Мы попали в помещение, где расположены генераторы различные, пульты управления для... Да, для того, чтобы включать, выключать, не знаю, переключать генераторы тепла, подачи воздуха. В общем, тут целая фабрика подземная. Прочитали, оказывается, все эти моторы были нужны только в экстренных случаях. Если подача электроэнергии снаружи прерывалась, тогда буквально за 30 секунд все должно было стартануть и обеспечивать подземную крепость всем необходимым, что касается энергии. А это мастерские, где, похоже, чинили что-то раньше, может быть, сейчас даже чинят. Велосипед. Но могу себе представить, по этим длиннющим коридорам на велосипеде было ехать самое то. Идем к метро, на котором поедем в историческую крепость. О-о-о. Телефонная кабина. Строительство этих крепостей началось в 1940 году, чтобы защититься от фашистской Германии, потому что уже и Франция была захвачена, и Нидерланды, и Италия. В общем, Швейцария осталась одна одинешенька, пришлось защищаться. На строительство этой крепости ушло по нынешним меркам 11 миллионов франков.
общежитие. Для офицеров более люксерьезно. Вот и здесь. Это общежитие для артиллеристов. Тут уголок, посвященный холодной войне. В этом плакате рассказывается история, когда 18-летний немец прилетел из Хельсинки на самолете 28 мая 1987 года. Сделал круг над Кремлем и приземлился на Красной площади. Перед нами два аппарата. Это была прямая линия Швейцария-Россия, наверное, Москва-Кремль. А справа прямая линия с Вашингтоном. В общем, как я понимаю, Швейцария такая маленькая, где-то в центре мира, между Советским Союзом и Соединенными Штатами. У них телефон был и туда, и сюда. Мы, в общем, нейтральная страна. Вы, если что, к нам обращайтесь. В этой крепости было и есть всего лишь 4 пушки. Мы сначала посмеялись, что потрачены десятки миллионов франков на построение крепости и всего 4 пушки, но это такие огромные пушки, что 4 достаточно. Коридор длиной 500 метров подземный. Nach 500 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt Gotthard. Памятник Суворову, как говорится, не проходите мимо. Но это одно из самых красивых ущелий Швейцарии.
чертов мост все еще на месте.